Быть гражданином своей страны – это значит иметь не только паспорт, но право голоса и выбора. В Новосибирске проходит форум молодежных избирательных комиссий. Участникам популярно объясняют важность каждой процедуры – от выдвижения кандидатов до дня голосования. Елена Щербакова расскажет подробнее. В этом зале галстуки снимают все, а политики разговаривают в неформальной обстановке. Строят планы на будущий год. Впереди более 800 избирательных кампаний на территории Новосибирской области. Часть организационных моментов возьмет на себя молодежь. Практически на каждом избирательном участке есть представители молодежных комиссий. Чаще всего это наблюдатели. Их задача не допустить нарушений во время голосования. Например, пресечь сброс сразу нескольких бюллетеней. Еще одна важная задача молодежных комиссий – привлечь как можно больше избирателей. Каждому возрасту свой подход. Стояла задача пригласить молодежь на выборы. Для этого мы и своими силами, и с привлечением профессиональных операторов сняли видеоролик, где молодые ребята, активные, которые занимаются спортом, исполняли всякие трюки. А мы, как избирательная комиссия, уже приглашали их на выборы. В каждом районе Новосибирской области есть молодежная избирательная комиссия. Ее участникам от 14 до 30 лет. Для большинства из них это самый короткий путь в большую политику. Для нас кадровый резерв, но мы будем абсолютно рады, если они пойдут в качестве кандидатов от каких-либо политических партий, либо просто будут участвовать как самовыдвиженцы и участвовать в органах местного самоуправления там, где они живут. На форум приехали парни и девушки из других регионов перенимать опыт. Молодежные избирательные комиссии в Новосибирске появились несколько лет назад. Старшие коллеги по цеху говорят, что уже и не помнят, как справлялись без молодых кадров. Елена Щербакова, Александр Кабукин. Новости ОТС.